Так это случилось. Сегодня ночью закинули первую балку через советскую армию. Вот так это выглядит. Представляете? Даже не первую, а уже две балки. Вчера вечером кран стоял еще вон там, вон за той опорой, которую показываю. А сейчас он переехал вот сюда вот. И одним движением, точнее двумя, закинул эту балочку. Строители просто молодцы. Вчера такой ураган ночью был с дождем. Когда они успели это сделать, непонятно. Ну, видимо, теперь каждую ночь будут так. И насколько я понимаю, эти балки самые длинные из всех. Видите, здесь переезд большой, пролет. И вот такие огромные балки. Ну, супер, что можно сказать. Респект, спасибо строителям.